привет, с вами Полли. Сегодня я хочу поговорить о таком фотостойке, как Алами. Все, наверное, кто смотрят мой канал, уже знают об этом фотостойке, но отдельное видео я еще не снимала. А не снимала я потому, что я как бы на нем еще ничего не продала. То есть я уже загрузила в прошлом году туда чуть больше 200 картинок, но, как выяснилось, этого оказалось очень мало, я это сама понимаю, что мало. И, если честно, я их не довела до ума, и вот только теперь я начала опять заниматься этим фотостоком. Там достаточно высокие отчисления авторам, и я думаю, что нужно обязательно попробовать свои силы на этом фотостоке. Я буду в ближайшее время грузить туда картинки. Я, если честно, буду грузить вектор в большей степени, хотя фотографии они тоже успешно принимают. Из того, что я знаю, из того, что я просто слышала, нужно такие фотографии как бы отсылать, которые характеризуют какие-то события. То есть, например, были вы где-то на какой-нибудь международной выставке, например, или на каком-нибудь фестивале, то есть такое крупное событие, не просто у себя дома там котика сфотографировали, а именно какое-то событие осветили и разместили эти фотографии на Алами. Есть большая вероятность того, что именно такие фотографии будут покупать. Я, конечно, буду пробовать, ну, может быть, не сразу, но постепенно туда размещать и фотографии, но сейчас я начала грузить вектор. Вектор нормально принимают, но там такой нюанс, что вектор нужно грузить через FTP, потом он появляется в менеджере файлов в вашем аккаунте, и помимо того, что эти файлы там появились, там нужно еще отметить, чтобы обязательно было 50 ключевых слов, то есть если у вас где-то не хватает, нужно их добить, дописать. И из этих 50 ключевых слов нужно еще отметить звездочкой, желательно 10 ключевых слов самых важных. Если этого не сделать, то файлы получаются как бы с низкой видимостью в продаже. Как-то так это звучит там. И получается, что ваши файлы, ну, маловероятно, что кто-то купит. То есть помимо того, что вы их загружаете даже с прописанными ключевыми словами, нужно добить до 50, выделить 10 главных. Вот, и тогда больше шансов, что ваши картинки будут покупать. Я точно знаю, что есть масса стокеров, у которых на Алами дела идут очень хорошо. И я решила тоже встать в их ряды, если получится. Но, как вы знаете, меня больше интересуют иллюстрации. Вообще, мне больше нравится заниматься иллюстрациями, вектором. Я вообще вижу в этом перспективу, поэтому я буду грузить именно векторные иллюстрации. Если у меня что-то там будет продаваться, я потом обязательно об этом расскажу. Но пока у меня еще продаж не было, я последний раз заходила вообще в аккаунт в ноябре 2019 года. Вот сегодня зашла, очень удивилась, что там так мало файлов. Мне что-то казалось, что я больше туда грузила. Но как-то, видите, даже не дошли руки, если честно, добить эти 50 слов даже к фотографиям. То есть я там загрузила, у меня там нормальные такие фотографии, но именно они были с плохой как бы видимостью в продаже. То есть там отмечены желтым цветом и написано, что вот отмечено, что нужно добить ключевые слова и 10 главных слов отметить звездочками. Вот я сегодня потратила время, чтобы привести как бы в порядок хотя бы половину, то есть где-то штук 100 картинок, которые у меня там были. Хотя, если честно, мое видение вообще стоковых иллюстраций за год очень сильно поменялось, очень сильно. И то, что загрузила год назад, и сейчас смотрю, думаю, боже мой, какой кошмар, какой ужас. Честно, я так серьезно так думаю, потому что сейчас у меня к иллюстрациям чуть-чуть другое отношение, и мне кажется, что покупателям нужны совсем другие иллюстрации. Я не думаю, что я прям сильно выросла как стокер, я объективно думаю, что, наверное, нет, может быть, у меня поменялся вкус. Ну, в общем, сейчас я уже по-другому смотрю на то, какие иллюстрации нужно подгружать. Если вы еще не сотрудничаете с Алами, обязательно зарегистрируйтесь, попробуйте. Не забудьте, что вектор грузится только через FTP. Для того, чтобы узнать, как загружать через FTP, вам нужно зайти в свой аккаунт, и там вы найдете данные, чтобы в FTP-программе их ввести и подключиться. Когда вы будете загружать вектор, вот важный момент, нужно загружать не архив, как на многих стоках, ну то есть векторный файл и JPEG,
в одну папку вектор, то есть никаких архивов. То есть там чуть-чуть по-другому система загрузки работает. Ну, в принципе, все понятно, все быстро, легко. Когда вы загрузили, нужно какое-то время подождать, может быть, минут 10. Потом эти картинки появляются в вашем аккаунте. В файловом менеджере вы там все это делаете с ключевыми словами, добавляете, отмечаете, и все. Потом картинки поступают в продажу. Всем спасибо за просмотр, с вами была Поли. Подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, сотрудничаете ли вы с Алами и как у вас обстоят дела. Ставьте лайки, всем пока!